Всем привет, с вами снова Слава, проект Planeta108.com. Проект о том, как я уехал путешествовать по миру. Хочу объехать 108 стран и при этом работать, перемещаясь по этой планете. В этом видео мой краткий обзор книги, которую только что закончил читать. Федор Конюхов «Мои путешествия». Как видите, я читаю через специальную читалку Kindle. Читаю электронные книги. И коротко об этой книге. Эта книга была издана в моем любимом издательстве «Ман Иванов Фербер». Издательство, которое в большинстве своем случаев выпускает бизнес-литературу. Но также они начали выпускать всякие художественно интересные книги. И сборник заметок Федора Конюхова, который считается русским альпинистом, путешественником, яхтсменом, полярником. На самом деле он родился в Украине. Человеком, который пересек несколько раз океаны в одиночку. Он сделал несколько кругосветных путешествий на своей яхте в одиночку. У него на счету много походов на верхушку мира, на Северный полюс. Также он является первым советским полярником, который добрался до верхушки мира в одиночку. В этой книге собраны его дневники, то есть его рассказы именно конкретно по этим путешествиям. Мне было очень интересно прочитать о том, как он в одиночку путешествовал по океанам, как он проходил мыс Горн, как он пересекал Индийский океан, как он проходил Атлантический и Тихий океан, о том, что ожидает человека в океане, с какими волнами ему приходится встречаться, с какими сложными стихиями. Очень круто. Дело в том, что в одиночку это не компания. И в одиночку, когда у тебя нет поддержки, ты можешь рассчитывать только на Вселенную, на Бога, на себя и на удачу. Это очень отчаянный поступок. Я сейчас зачитаю его цитату. «По неведомым мне причинам я родился не для легкой жизни, а для наслаждения ею через преодоление трудностей». Это совершенно точно описывает его стиль жизни. Даже один раз, когда он переплывал океан, он говорит: «Что я делаю?» Все меня спрашивают: «Зачем ты идешь в этот океан? Зачем ты идешь один? Снова ты в путешествии. Дома тебя ждет семья. Дома тебя ждет дочь, сын. А ты опять все странствуешь. Зачем ты это делаешь?» Он говорит: «Мне хорошо так, мне просто хорошо». В общем, в этом сборнике вы еще узнаете о том, как он взбирался на Эверест, как он взбирался на ледники, и вообще книга переполнена здравыми рассуждениями и интересными заметками по самостоятельным путешествиям. Вам будет интересно почитать о силе воли этого человека. Очень рекомендую. Федор Конюхов стал одним из моих кумиров, потому что по сравнению с другими путешественниками, которых я знал до этого, он, конечно, выделяется, он просто звезда. Путешествовать по миру автостопом, путешествовать так, как я путешествую, то есть стараюсь достаточно комфортно преодолевать расстояние, это вообще не считается по сравнению с тем, как пересекает даже, например, на весельной лодке Атлантический океан Федор Конюхов. Этот человек, конечно, легенда. Кроме того, он стал священником. Федор Конюхов, «Мои путешествия», издательство «Ман Иванов Фербер», рекомендую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Может, вы читали эту книгу, может, вы знаете о Федоре что-нибудь. Обязательно напишите. На связи, Слава. Пока.